И вновь бьют тревогу очередные новые жильцы 15-го микрорайона, 4 месяца назад получившие ключи от своих квартир, но до сих пор не имеющих возможности в них въехать, поскольку в них нет ни света, ни воды, ни газа. Очередную порцию жалоб выслушали наши корреспонденты. Это жители дома под номером 1020 15-го микрорайона. Ключи от квартиры они вынуждены носить лишь для галочки в карманах, а въехать исправить новоселье не могут. И все потому, что в них нет ни света, ни воды, ни газа. Да и качество выполненных работ оставляет желать лучшего, говорят они. Вот и тянем аренду до сих пор. В темноте да холоде. Попробуйте пожить, вопрошают несчастные. У нас нет ни света, ни газа, ни воды. Сами видите, какой дом построили, называется. Ничего не докончено еще. Внутри вообще ничего нет, качество какое, только слова. Подъезды покрашены как попало. Потому и живем на квартирах в аренде до сих пор. Только 2 дня прошло, как закончили вот эту площадку, перед вами которая. Игровую площадку до сих пор не закончили. Даже лавок нет, чтобы у дома посидеть. А вот специалист отдела строительства Кимата Тараза уверяет, что все блага цивилизации на месте, никуда не делись. Просто их подключат, когда дом будет полностью заселен жильцами. Лишь со светом есть чуток проблема, но на следующей неделе и она решится, заверяют они. Документы на свет уже сданы капитально на сегодня. И сейчас идет комиссионная проверка со стороны Тарасских городских электросетей. Планируем, что на следующей неделе свет уже дадут. Если верить ответственным специалистам на слово, то на следующей неделе жильцы злополучного дома уже справят полноценное новоселье в своих квартирах. А все недоделки в них исправят недобросовестные подрядчики. Кулеш Умурзакова, Ислам Кудиарбек, 77 News.